Убийство в канун Рождества. Новогодние праздники в Кунгуре не обошлись без криминала. 7 января, отойдя от бурной ночи, компания взрослых людей вызвала к месту застолья скорую помощь. Когда медики приехали на адрес Блюхера 5, то обнаружили тело 36-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении тяжкого преступления полицейскими был задержан 48-летний сожитель погибшей. В ходе семейного пиршества пара поссорилась. На почве ревности мужчина начал избивать свою возлюбленную. В настоящее время заключен под стражу. Ему избрана мера пресечения, предъявлено обвинение в содеянном. В настоящее время следственные действия продолжаются. Мужчину ждет наказание в виде длительного срока лишения свободы. Известно, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Также известно, что мужчина страдает психическими заболеваниями. Ему назначена судебно-медицинская экспертиза. За убийство кунгурского отеля светит до 14 лет тюрьмы.